Так. Вот у нас палка, вот такое крепление. Вот оно сейчас. В общем, при поклевке что происходит? Мы ее просто тянем вверх и достаем. Все, палка у меня в руках. То есть одновременно и подсекаем еще. Вставляем обратно. Вот так вот. Два движения. Вверх оно достали. Удилище раскрепилось вниз. Оно защелкнулось. Опять поклевка. Тянем вверх. Палка в руке. Всего одно движение.